Блядь. О, сука. Похоже, это не бабушка Вадима. Всем привет, друзья! Я вернулся в дом черного копателя. В прошлый раз ко мне в ловушку, в энергетическую ловушку, попался призрак. Есть. Есть, друзья, попался. Я думал, что на этом все закончилось, и я избавил дом от паранормальной сущности. После моего последнего визита мне позвонил тот человек, тот самый черный копатель, и сказал, что в доме продолжается паранормальная активность. Происходит все то же самое. Стук, шум, рычание, шаги. В прошлый раз, когда я проводил сеанс ИГФ, со мной общалась душа, пришедшая на звук свистка смерти. Эта душа сказала мне, что нечто сильное прогоняет ее с этого дома. Поначалу я решил, что это полтергейст, но когда начал монтировать видео, я понял, что столкнулся с более серьезной сущностью. Возможно, в мою энергетическую ловушку попала именно та душа, которая общалась со мной по ЭГФ. Но что более меня удивило, когда моя ловушка сработала, паранормальная активность в доме прекратилась. Возможно, это был обман, и та сущность хотела показать, что она попалась в ловушку, тем самым, чтобы я прекратил сеанс и покинул этот дом. Проведу сеанс ЭГФ, постараюсь все же выяснить, сколько здесь находится сущностей, и также, друзья, я постараюсь избавиться от них при помощи моей энергетической ловушки. Так, друзья, вот спрашивали про кота, вот он. Я спрашивал у Вадима, ну, то есть у хозяина этого дома. Он сказал, что это не его кот, но приходит к нему сюда. Вот эти шахматы. Когда Вадим ушел в другой дом, у него здесь есть неподалеку еще один дом, где он находится, в этом он редко сюда приходит, приходится кормить кота. И когда он говорит, пришел, вот эта шахматная доска стояла здесь. Как он зашел, так все и было. Итак, друзья, сейчас я буду проводить сеанс ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто вы? Кто вы? Это я, твоя бабушка. Друзья, Вадик, это и есть тот самый черный копатель. И похоже, сейчас со мной на связь вышла его покойная бабушка. Вадик, это ты? Это не Вадик. Кто это?
Это его знакомый. Его сейчас здесь нет. Кто вернет? Что вернет? Какую фигуру? Фигуру. А где она? Где эта фигура? Сейчас будет, наверное, сходить в другой дом, там, где сейчас Вадик находится. И спросить его про эту фигуру. И спросить про его бабушку. Вы бабушка Вадима? Похоже, это не бабушка Вадима. Ты здесь? Сейчас я буду применять энергетическую ловушку. Но сначала все же я дойду до Вадима и спрошу про ту статуэтку, или что они там, что она спрашивала, фигуру, про какую-то фигуру. Нужно устанавливать ловушку. Срочно нужно сейчас. Так, друзья, все. Установил электроловушку. Надеюсь, что сейчас оно попадется.
Точно, мне нужно свисток смерти. Так, друзья, сейчас я буду проводить сеанс. Так, свист я уберу. Началось, друзья. Так, друзья, один хлопок был. Все, походу. Если эта сущность здесь оставалась одна, то она попалась. Сейчас я еще раз применю свисток и посмотрим. Нет. Так, вторая. Вторая попалась. Сейчас еще раз применю свисток. Походу тут в подвале. Так, нужно сейчас еще. Сейчас я возьму ловушку и схожу в подвал. Так, вот. Там также применю свисток и включу ловушку. Я сейчас спустился в подвал. Айк установил ловушку. Пока что здесь тихо. Может быть, боится света. Ну-ка. Сейчас я выключу свет.
сейчас включу ночную камеру. Так, все, сейчас. Переключаюсь на ночную камеру. Как только услышу рык и приближение ко мне, включил ловушку. Друзья, у меня сейчас не получилось. Он когда ко мне приблизился, он откинул меня и откинул ловушку. Сейчас очень сильно разбил колено. Залезу наверх, возьму свисток, и лучше мне, наверное, делать это перед входом. Чтобы сразу мне успеть выбежать, если еще раз такая штука повторится.
Так, друзья, сейчас я возьму свисток смерти и спущусь в подвал. Если честно, очень туда не хочется лезть. Блин, вот реально очень-очень жутко. Покажись, если ты здесь. Так, можно еще сейчас пройти с тепловизором, чтобы туда много света не попадало. Я поставлю прожектор отсюда, один будет светить. Чисто немножко подсвечивает мне, куда идти. А сейчас я пойду с тепловизором. Оно везде. Да хуй,
Блядь. О, сука. О, это жесть. Нужно включать ловушку. Так, все, друзья, включил я. Сам я буду находиться сверху. Так, теперь я применил свисток. Я буду применять свисток. О, рык. Где-то там вдалеке. Гус. Так, нужно усилить немножко ловушку. Но свет включать тоже опасно, потому что это его отпугнет. Сейчас я быстро спущусь, усилю. Нет. Здесь он здесь. Попал. Попал, друзья. Попался. Попался.
Сейчас я полностью туда спущусь. Без света. Чисто с ночной камерой. Так, друзья. Ловушка до сих пор включена. Вроде все тихо. Я полностью сейчас без света, чисто с ночной камерой. Все, друзья, побыл я еще здесь полчаса. Тишина. Нет никаких больше звуков, ни рыков. В общем, ничего потустороннего больше здесь не обнаружено. Надеюсь, хоть в этот раз у меня все конкретно получилось. Ну, подведу итог. То, что здесь находилось несколько сущностей, эти сущности хотели вернуть ту статуэтку. Вадим ту статуэтку бросил в озеро. Это он мне уже рассказал позже. Поэтому, друзья, вот эти сущности, они приходили именно вот за этой статуэткой. Сегодня я поймал свою энергетическую ловушку. Три сущности. В тот раз одну. Ну, возможно, там была душа, и, возможно, даже сегодня здесь какие-то были из душ. Но факт в том, что я все же поймал эту сущность, которая издавала все вот эти звуки, рычания, которая создавала вот этот шум в доме, раскидывала предметы. Надеюсь, друзья, что я все же освободил этот дом от потусторонней сущности, и теперь Вадим сможет жить спокойно. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. На мой канал Dark Life. Там выходит старое видео уже с переводом. Также, друзья, мой телеграм-канал, ссылки в описании. Все те, кто хочет увидеть меня без маски, ссылка на Boosty будет в описании. Всем спасибо, друзья, и всем пока.